Блять, мы же нас снимем, как называется, блядь, паранормальное явление. Арсений, вот знаешь, такая хуйня, когда люди расстаются, думаю, потом говорят по отдельности там. Вот будет ебаная, если, допустим, у нас спустя какое-то время появится, мы должны быть вместе, блядь. Я вот Ваня с Настей передили. Да иди. Нет, он бы ее домой привез, короче. Сиана бы села, он такой перед ней сел. На диван, ну, у него на кухне такой диван там у окна. И он такой, там колбаса. Вот такие дела истории. Вот такие дела истории. Да идите нахуй, вы вообще не так, да? Сейчас как бы влиться. Зашибо! 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 А я была! Уха! Мама, это только ты придумал. Когда я Сеге телефон сказал, что это мама. Приколи здесь, пятеро МС, весь состав, как ты просил в действии, в плейлисте. И с известием. Знать, ну что сказать, устроены так люди. Желаю знать, желаю знать. Кто будет хуй на блюде? Кто будет хуй на блюде? Хуй на блюде, блядь. Хуйню ебаную сочинил, блядь. Ой, привезли его домой, оказался он живой. Всегда вообще считает свои козявочки. Раз, два, три, а козявкой будешь ты. Сам испек, сам и кушай. Сам с твоей из ларца одинаковый с лица. Знаешь таких мужиков? Вы Red Bull за меня будете пить? Ты семью планируешь? Не планирую когда-нибудь. В какой город хочешь переехать жить? В Харьков. Почему? Там дохуя можно чего сделать. 24-26. 24-26? Цифры. Что ты для тебя планируешь делать? Что, блядь, он отрудился уже? Бабки от родителей. Что для тебя твоя машина? Ездит, ладно. Почему ты гей? Так сложилось. Да блиц, блядь, что ли, или чё? Да пусть всё будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь. Урапро все проблемы решит. Блин.